Страны БРИКС привержены выполнению своих международных обязательств и готовы внести свой вклад в решение региональных и глобальных проблем. Об этом заявил председатель КНР, выступая на официальной церемонии открытия делового форума БРИКС в Сямэне. Си Цзиньпин рассказал участникам встречи о приоритетах и базовых принципах сотрудничества пяти стран. Мы заложили фундамент и запустили механизм сотрудничества БРИКС. С самого начала наши пять стран руководствовались принципом диалога без конфронтаций, партнерства без альянсов. Мы привержены целям и задачам ООН, международному праву и базовым нормам межгосударственных отношений. Философия взаимодействия БРИКС вызывает все большее одобрение и поддержку. Это своего рода позитивный стимул для всего международного сообщества.